Женщина, мы проходим для поставления протокола. Я все протоколы. Зачем? Зачем? Снимайте все, снимайте! Встали все! Все встали, говорю! Ее забирай! Руки убрал, грызь! Марина! Еще раз говорю, руки убрал! Марина, выходи! Ты что делаешь? Ты на кого кидаешь? Ты на кого кидаешь, что вы что нас заперли тут? Эй, что происходит? Вы что нас заперли вообще? Какой позор этому суду! Судилище! Нас не выпускают всех! Мы вот всех заперли, выходим! Что они делают? Они нас всех заперли, выходим! Они нас всех заперли на каком-то основании непонятном! Вы почему свободу передвижения ограничиваете? Никуда не выходите! Ты отойди! За что? За что? Всех! Пишите на всех! Тогда уже! Откройте мне плохо! За вас нападение! Почему вы наши ограничиваете свободу передвижения? Судья мне сказал выйти, я сразу вышла. Все, я его ударил. Он меня толкнул. Снимай, все, снимай. А он ничего не говорит. Я ничего не судья не сказала. Очень больно, плохо выпустите. Вот эти двое. А, давайте, толкайте сзади! Толкайте! А, все. Мужчину! Бегите, он сейчас схватит! Да, вообще беспредел! Да, вообще беспредел! Никого не трогай!
будете препятствовать. Я вам не обязана их предъявлять, я ничего не сделала. Подождите, спокойно. Это вы хватаете руками и хотите на сотрудников? Да. А что почему вы такое творите? Почему вы, женщина, она орала? Вы сами знаете, что вы творите. Вы прекрасно знаете. Да им лишь бы повод дать. Дело резонанса ничего вообще не было. Что меня выбрали? Все, оставляйте. Просто выбрали одну жертву и все. Там вся толпа. Я не с вами вообще разговариваю. А меня не волнует. Давайте я объясню, что случилось. Я откуда знаю? Вы что вообще восстанавливаете? Никто ничего права не нарушит. Мне зашли в суд, всех проверили. Все, уходим. Уходим. Руки. Бери меня в воду. Куда, ладно. Ну вы что делаете? Ну мужчины, ну пожалуйста, ну вы что делаете, зачем? Для чего вы это все делаете? Ну для чего вы это все делаете? Ну у тебя же есть душа. Есть же у вас душа. Наша подруга запрещает. Все, свободно. Свободно, ребят, свободно. Отстояли. Обалдеть. Слушай, не, вот вместе мы сила, вот реально. А прикинь бы, сотня человек пришла. А что бы они сделали, сотня? Ничего бы не сделали. Вот именно. А мы, блин, все как поодиночке, блин, вечно. Ой, да. Куда? Догонять их куда?